Привет. Давайте, наверное, разберем все-таки, как создать центр массы нуля, чтобы у вас не оставалось вопросов. Что нам нужно? Для начала мы создаем локаторы внутри всех костей. Что я делаю? Я выделяю кости, вот эти все. Меня интересует еще голова. И все. Pelvis я возьму как и грудь я возьму прямо из-за контрола. Я выделил эти все объекты и создаю локатор внутри. Что это за кнопка? Это кнопка, которая выделяет текущий объект. То есть, если я возьму этот объект, вот, допустим, контрол, нажму локатор inside, то он сразу создаться внутри. Если я буду двигать вот этот контрол, то, как видите, за ним следует вот этот локатор, который я создал. Давайте я удалю старый центр масс. Теперь еще раз выделяю кости. Вот. И голова. Все, мы выделили эти кости и создаем внутри локаторы. Локаторы создали. Теперь берем эти локаторы и двигаем. Можно сделать невыделяемыми кости, чтобы кости не выделялись, чтобы они нам не мешали. Теперь мы просто возьмем и сдвинем все локаторы в примерный центр сустава. Все разместил. Все должно быть внутри костей. Тут я помню, что вы, если помните видосе, почему-то оно двигалось не за контролами, но сейчас вроде двигается за контролами. Все корректно. Все. Мы разметили наши примерно, где находится локатор. Теперь мы создаем новый локатор, который будет нашим центром масс. Мы можем его сразу увеличить. Можем покрасить его в определенный цвет. Допустим, желтенький. Что мы делаем? Мы смещаем его пока в бок, чтобы он не мешал. Выделяем все локаторы. Выделяем контрол пелвиса и груди. Выделяем последним локатор центра масс. И нажимаем Point без мейнтейна по всем осям apply. Что мы сделали? Мы всеми локаторами законстрейнили вот этот локатор. Если мы зайдем и посмотрим в его настройки, то мы увидим вот эти все наши локаторы. Единственный минус, который вы сейчас видите, что я не назвал никак локаторы и законстрейнил им и всеми этими локаторами мой центр масс. И теперь тут попробую разберись, где какой локатор. Поэтому я сейчас быстренько переименую все и повторю операцию. Я закончил. Все переименовал. Теперь всех названия красивые. Создаю еще раз локатор, крашу, увеличиваю, выделяю все локаторы. Вместе с этим сейчас я его разделю. Выделяю пелвис, выделяю грудь, разделяю вот этот локатор и выделяю его последним. То есть это тоже такой способ, вы можете спокойно выделять все, а потом, чтобы вот этот локатор был выделен последним, разделяете и выделяете еще раз. Поэтому еще раз выделяю все локаторы. Выделяю пелвис, выделяю грудь, развыделяю, выделяю, нажимаю constraint. Все. Смотрим. Shin, hand, arm, foot, elbow. Вроде все здесь. Все указал. Давайте теперь расставлять коэффициент. Вернемся к той же картинке, которую пользовался я, когда создавал свой центр масс. Пойдем по очереди. Давайте я, наверное, просто потом вставлю на монтаже. Соответственно, голова у нас. Пусть мы можем спрятать. Голова у нас. Точнее, заходим вот в этот локатор. И прям пойдем подряд. Так, ну вот. Я
разметил все. Теперь у меня получается центр масс готов. То есть я выставил прям те же коэффициенты, что и здесь, по очереди проходясь сверху вниз. По идее, тут можно было выделить покрасивее, да, чтобы, допустим, выделить правую руку, потом левую руку, точнее, это правая, да, потом выделить голову, потом выделить грудь, спину, а потом левую ногу, потом правую ногу. Но это не так важно. Все, все коэффициенты мы расставили. Теперь, по идее, мой центр масс работает. Как проверить, что работает центр масс? Я просто беру и смещаю, ставлю в примерно балансную позу. Все, смотрю, ставлю примерный баланс. Вот если, как я рассказывал в видео, что если провести вертикальную линию, то персонаж должен делиться на пополам в плане по объему масс, да? Если мы посмотрим, то вроде вот эта поза балансная. Мы просто берем, чертим линию. Вот так. И видим, что в целом по пятнам одинаково. То есть примерно находится здесь. Есть у меня ощущение, что как будто бы есть какая-то неточность в центре масс. Может быть, мне кажется. Все. Наш центр масс готов. Единственное, какой остался у меня вопрос по коэффициентам. То есть, исходя из коэффициентов вот этой картинки, мне осталось непонятно только одно. Здесь, если посмотрите по коэффициентам, то, допустим, вес арма руки, да, вот этой части, он в 5 раз, даже больше, чем в 5 раз меньше весит, чем, ой, в 3 раза, чем бедро. Но, судя по ригу, я не уверен, что это так. То есть я не уверен, что прям такая большая разница. Также я не уверен, что такая же большая разница между предплечьем и голенью. То есть если вы посмотрите на... Я, правда, назвал elbow. Наверное, правильно было назвать как-то не elbow, а как-то forearm или как. Как вот здесь на картинке, да. Ну уж, назвал. Как назвал, так назвал. И если посмотрим на тот же шин, то тут тоже разница... 3 раза, хотя по размерам, ну, в 2 раза может быть. Это опять же про то, как и почему я, когда делал свой центр масс, я немножко менял значения, потому что мне кажется, что вот эти значения не подходят для текущего персонажа. То есть они взяты по среднестатистическому, скорее всего, человеку какому-то. Вот. Но наши персонажи бывают разные. И это тоже нужно учитывать, когда вы делаете центр масс. То есть вы должны смотреть на примерные пропорции. Потому что, допустим, если у вас будет какой-то персонаж с огромными руками, то там, понятное дело, нужно смотреть уже на объемы. И если вы посмотрите на мою позу, которую я делал для превью, то вы увидите, что я почти даже не соврал. То есть у меня есть небольшая помарка в месте постановки кисти. По идее, значит, я должен был бы вот эту руку чуточку подвинуть вот сюда, чтобы моя поза идеально была балансной, учитывая мой настроенный центр масс. Поэтому если бы я руку подвернул, просто я эту позу выставлял без центра масс, на глазок. Вот. Поэтому если вот эту руку подверну, то все. Моя поза получается идеально балансная, если учитывать, что мой центр масс корректный. Так что как-то так.